Скотт! Фирменная фраза Дока Брауна. Док, а мы где? Согласно моим расчетам, это 2015 год, Марти. Будущее! 2015-й круто. Наверное, все люди уже ездят на летающих машинах. А, нет, знаешь, мы так и не изобрели летающие машины, мы их так и не изобрели. А ты кто? Извините, что не представился, меня зовут Джимми Киммел, вы перенеслись во времени прямо в мое ток-шоу. В твое ток-шоу? А куда делся Джонни Карсон? Джонни Карсон ушел от нас. А я и не знал. Да, он умер. Сожалею, что вам пришлось узнать об этом прямо здесь, но это случилось давно, и он уже был старый. А что, люди до сих пор смотрят телевидение? Да, люди... Да, люди смотрят нас прямо сейчас, хотя, честно говоря, большинство посмотрит нас завтра на своих телефонах в туалетах. Какая гадость! Ну, не все так ужасно. Иногда это даже прикольно. Значит, летающих машин пока не изобрели. Нет, пока не изобрели. Ну, хотя бы летающий скейтборд. У нас есть летающий скейтборд, но на самом деле он не летает. А мир на Ближнем Востоке уже наступил? О, нет. А Капс вышли в плей-офф? Бейсбольная команда из Чикаго. Да, Капс сейчас в плей-офф, но если только их не выбьют. И Мец тоже в плей-офф. Бейсбольная команда из Нью-Йорка. Запись шоу проходит в Нью-Йорке, поэтому люди так бурно реагируют. Я хочу спросить, что за херня? Вы что тут, ребята, делали все 30 лет? Так, за 30 лет давай посмотрим. Мы изобрели такую вещь, как пончо-асан. Это наполовину пончик, наполовину круассан. Их вместе соединили. Вообще-то довольно вкусно. Понятно, особо вы не впечатлились. Док, какой-то отстой тут в 2015-м. Ну вот кажется, что технологические и культурные достижения этой эры так себе. Улыбочку. А это что? Это я, ребята, с вами селфи делаю. Так мы сейчас документируем важные события в жизни. Это что? Что-то типа портативного телекоммуникационного устройства? Вообще-то эта штука лучшее, что случилось в будущем. Мы называем это смартфон. Грейт Скотт! Это крохотный суперкомпьютер! И на нем можно... Астрофизики могут проводить свои сложнейшие вычисления прямо в реальном времени. Да, наверное, можно, но в основном мы этим пользуемся, чтобы слать друг другу смайлы. Картинки с баклажанами показываем. Ну вот, в основном, что-то типа этого. А что такое Grindr? А это ничего. Grindr — мобильное приложение для поиска партнеров среди геев. Извините меня, ребята. Я знаю, что это прозвучит глупо, но вы должны... С мегафоном стоит автор песен для фильма «Назад в будущее». Ребят, вы ведите себя потише. Вы слишком громкие. Знаете, что Луис прав? Что-то мы слишком распоказушничались. Давайте сюда этот телефон. Давайте сюда. А что случилось с часовой башней? А, часовая башня. Ее уже давно нет. Ее снесли и на ее месте построили The Buffalo Wild Wings. Сеть ресторанов быстрого питания. А что с Бифом? О, Биф, знаете что? Биф здесь. Он недавно потерял в очередной раз работу, и мы устроили его у себя.
Он работает здесь помощником режиссера. Привет, притырки! Да, Биф уже не тот. А что стало с тем злодеем, который был богатым, эгоцентричным владельцем казино и пытался разрушить мир? А я понимаю, о ком вы говорите. Этот парень сейчас кандидат в президенты. Имеет в виду Дональда Трампа. Да, странно. Но дела у него хорошо идут. Док, а ты мне вроде говорил, что будущее, оно хорошее. Я говорил. Мне кажется, что мы нечаянно перенеслись в альтернативный 2015. Здесь эволюция человечества остановилась. Из-за переизбытка технологий. И Биф здесь властвует практически безраздельно. Сожалею, что вы разочарованы. Марти, ты пока оставайся здесь, а я отправлюсь обратно в 1985 и посмотрю, из-за чего все пошло не так, и попробую починить пространственно-временной континуум. О как, ну ладно.